Действительно, а как же не отравиться эфирными маслами? Чтобы этого не произошло, надо соблюдать всего лишь два условия. Во-первых, нужно знать, что у вас в руках совершенно точно эфирные масла терапевтического класса. А во-вторых, нужно принимать эфирные масла, использовать их в своей жизни подконтрольно, то есть либо с сопровождением консультанта, либо обладая очень большим запасом нужной литературы, чтобы оттуда черпать правильную информацию. Итак, если у вас в руках уже есть вот такой набор Дотера, базовый набор эфирных масел, то вы можете быть, во-первых, совершенно уверены в том, что у вас в руках именно те самые масла терапевтического класса, которые имеют сертификат CPTG. И если у вас соблюдено второе условие, то есть вы приобрели этот набор через регистрацию в Дотера официальным путем, через консультанта, то тогда вы можете быть совершенно спокойны. Вы не отравитесь эфирными маслами, потому что консультант даст вам полную информацию о том, как сделать эфирную терапию грамотной, эффективной и безопасной. Очень часто я слышу такие вопросы. Чем мне регистрироваться в Дотера? Зачем мне покупать набор через консультанта, если я могу дешевле пойти и купить, предположим, на Валперис? И ответ всегда однозначный. Когда вы покупаете где-то на какой-то площадке набор таких серьезных продуктов, как эфирные масла, а это действительно серьезный продукт, мы сейчас с вами в этом разберемся, то потом вы не сможете получить квалифицированную консультацию ни у кого. Куда вы пойдете за консультацией, за рецептом, за протоколом? На ту торговую площадку, где вы приобрели этот набор, вряд ли вам в этом помогут. Но если вы приобретаете набор через регистрацию в Дотера у официального wellness-консультанта, то полное сопровождение, причем пожизненное, вам гарантировано и обеспечено. Вот в этом очень большая разница. Итак, у вас в руках ваш первый стартовый набор эфирных масел Дотера, и вам нужно понимать, что это действительно очень серьезный продукт. Почему серьезный? Смотрите, приведу такой пример. Одна капля эфирного масла мяты перечной равна 28 чашкам чая из мяты перечной. Вы представляете, какая сила заключена в одной капле? Эфирное масло – это концентрированный продукт, это эссенция растения, это очень концентрированная вещь, и именно по этой причине с ним нужно быть довольно аккуратным и понимать, что расход идет именно на капли. То есть если вы бездумно начинаете с ног до головы обмазывать себя каким-то маслом, не понимая, зачем вы это делаете, просто ради того, чтобы поэкспериментировать и окунуться в аромат этого масла, то вы рискуете, вы можете получить либо аллергическую реакцию, либо даже интоксикацию. Когда вы принимаете эфирное масло, вы получаете терапию. То есть практически это сродни лекарству. С той только разницей, что лекарство дает побочные эффекты, не может работать на уровне клетки и не дает устойчивого исцеляющего эффекта, а является лишь глушителем симптомов. Эфирное масло, в отличие от лекарства, не дает побочных эффектов, не вызывает привыкания, работает именно на уровне клетки и работает не с симптомом, а именно с причиной на глубинном уровне. Почему это происходит? Потому что молекулы эфирного масла – это очень маленькая молекула, это самая маленькая молекула. И она, благодаря своему маленькому размеру и липофильности, то есть способности проникать сквозь жировую оболочку клетки, молекула эфирного масла входит вглубь клетки и работает там именно как исцеляющая, целительная сила. Предположим, если в вашу клетку вошел вирус, а он может это сделать, то эфирное масло спокойно справляется с вирусом, и вы можете купировать у себя первые симптомы вирусной инфекции, если не запустили эту ситуацию до крайности. Вот такой огромной силой обладают эфирные масла. Если же вы пытаетесь вирусную инфекцию лечить антибиотиками, то вряд ли вам это удастся, потому что лекарства являются водорастворимыми, они не способны
проникнуть в клетку. Они работают только в межклеточном пространстве. И, по сути, если мы имеем дело с вирусной инфекцией, то лекарства не достигают своей цели. Вы только получаете побочные негативные эффекты, а терапевтической цели не достигаете. Теперь вы понимаете, как работают эфирные масла и почему мы называем их исцеляющими, и почему на коробке с набором эфирных масел мы видим изображение креста. Это действительно скорая помощь, это семейная скорая помощь, это домашний доктор, это те средства, которые вы можете применить в любой ситуации у себя в семье, что бы с вами ни случилось. Всегда есть ответ на любую ситуацию, острую или затяжную, хроническую, у эфирных масел. Давайте откроем коробку и разберемся, что нам предлагает doTERRA в качестве скорой помощи. Но прежде чем мы окунемся в изучение этих флаконов, давайте запомним еще две важные вещи, которые касаются безопасности приема эфирных масел. Первое. Эфирные масла никогда не должны попадать в глаза и непосредственно в уши, потому что это сильно концентрированная форма, и нежная слизистая глаз или ушей может пострадать от соприкосновения с эфирными маслами. Поэтому если вы наносите эфирные масла пальцами, руками, то не забудьте после этого хорошенько вымыть руки. Если вы случайно потрете глаз пальцем с эфирным маслом, вы можете получить раздражение, ожог, слезотечение, ну и другие неприятные симптомы. Лучше этого не допускать. Это первое правило, которое вы должны усвоить. Второе правило безопасности. Эфирные масла, являясь концентрированной формой природного происхождения, должны контактировать только с природными материалами. То есть, если вы пьете воду с эфирным маслом, то пусть эфирное масло соприкасается либо со стеклом, либо с деревом или керамикой. Но ни в коем случае это не должен быть пластик, я имею в виду какой-то дешевый пластик из обычных магазинов, вот эти вот пластиковые дешевые посуды одноразовые, пластиковые бутылки. Этого быть ни в коем случае не должно. Иначе мы рискуем получить отравление от того, что эфирные масла вступят во взаимодействие с пластиком, и вы получите вместо целительного эффекта, вы получите отравление веществами, из которых этот пластик произведен. Этого нам, конечно, нельзя допускать. Да, и есть еще одно правило, я совершенно забыла упомянуть, это будет третье правило безопасности, что дозировки для взрослых всегда отличаются от дозировок детских. Это еще одна причина, по которой все-таки правильнее приобретать набор через wellness-консультанта, потому что wellness-консультант всегда даст правильную информацию, в какой пропорции развести эфирное масло для ребенка годовалого возраста, 5-летнего возраста, 10- или 14-летнего возраста, и какую дозировку можно и нужно применять взрослым. Здесь есть очень большая разница, и если этого не знать и не учитывать, то тоже вместо исцеляющего эффекта можно получить какие-то неприятные последствия. Итак, мы переходим к знакомству с вашим первым стартовым набором эфирных масел doTERRA, как они могут вам помогать в самых разных жизненных ситуациях. Открываем ваш набор и видим, что он состоит из 10 масел, 10 флаконов по 5 мл. Если вы получили свой набор через регистрацию doTERRA, через wellness-консультанта, то ваш консультант обязательно должен вас сопроводить первым документом, знакомящим вас с этим набором. Это инструкция по применению эфирных масел из базового набора, в которой есть описание каждого масла и есть несколько рецептов, способов применения того или другого масла в зависимости от проблемы. Кроме этой краткой инструкции, вас обязательно должны снабдить рядом книг, литературы по применению эфирных масел, и это уже будет ваш источник информации для дальнейшего изучения и применения эфирных масел. Начинается ваше обучение именно с краткого обзора,
каждого флакона в вашем первом стартовом наборе. Итак, первое, самое популярное масло в наборе – это эфирное масло лимона, которое добывается из кожуры лимона и является в первую очередь очень хорошим детоксикантом. Это ежедневный детокс с утра и до вечера, когда вы пьете водичку с одной каплей эфирного масла лимона. Кроме того, у эфирного масла лимона есть свойство заживлять, как бы латать слизистую желудочно-кишечного тракта. Если у вас есть там проблемы, то постоянное употребление масла лимона, это должно стать вашей здоровой привычкой. Второе масло в вашем наборе – это масло лаванды. Когда вы не можете спать, когда у вас рваный сон, вы плохо засыпаете, некрепко спите, просыпаетесь ночью, вам поможет лаванда. Достаточно капнуть каплю на подушку, не бойтесь, следов не останется. Либо поместить несколько капель лаванды в диффузор, и хороший сон вам обеспечен. Если вы будете применять лаванду на постоянной основе, то постепенно ваш сон нормализуется, и вы забудете, что у вас когда-то были проблемы со сном. Кроме того, лаванда – это прекрасное антигистаминное средство. Если у вас склонность к аллергии, вам нужно всегда иметь эфирное масло лаванды с собой. Одна капля под язык или нанесение наружное на те места, которые поразила аллергическая реакция, и вы быстро получаете эффект снятия этих симптомов. Ну и, конечно, лаванда – это прекрасное средство от ожогов, в том числе солнечных. Причем на ожоги лаванду можно наносить в чистом виде. Также она предохраняет от обгорания на солнце. Следующее масло в вашем наборе – это ладан. Это особенное масло, это священное масло, это таинственное масло. И оно проявляет себя с разными людьми абсолютно по-разному. Пожалуй, это самое загадочное масло. И сколько я встречала людей, которые знакомились с эфирным маслом ладана, столько я встречала разных реакций. От полного неприятия до просто обожания. И будет интересно посмотреть, какая история будет ваша. Ладан усиливает действие любого масла. И если вы используете какое-то эфирное масло, чтобы решить какую-то проблему, и понимаете, что не получаете того эффекта, которого вы ждете, вы можете просто усилить действие этого эфирного масла одной-двумя каплями масла ладана, и вы получите более мощный эффект. Ну, а также эфирное масло ладана называют универсальным маслом, потому что если вы растерялись и не знаете, какое масло применить при какой-то форс-мажорной ситуации, либо вы просто не имеете никакого другого масла, кроме масла ладана, то смело применяйте его. Он в любой ситуации будет вашей скорой помощью. Четвертое масло в вашем наборе – это эфирное масло мяты перечной. Всем известна мята перечная за свои освежающие свойства. Если вам жарко, если у вас температура, особенно у детей, не надо применять жаропонижающие лекарства. Достаточно сделать воду, добавить в нее несколько капель мяты перечной, смочить ткань и обтираться этой тканью и взрослому, и ребенку. Можно пить воду с маслом мяты перечной. И если у вас болит голова, нанесите мяту перечную на виски, на лоб, на шею, и вы почувствуете, как очень быстро, буквально моментально, головная боль исчезает именно из-за того, что мы снимаем спазмы, потому что мята перечная – это прекрасный спазмолитик. Пятое масло в вашем наборе – это масло чайного дерева. Очень многие знают свойства чайного дерева убирать несовершенство кожи. Прыщи, шелушение и другие проблемы с кожей мы легко решаем буквально взмахом руки с помощью капли чайного дерева. Причем можно в чистом виде, это мягкое масло, его можно не разводить. Особенно любят подростки масло чайного дерева за то, что оно быстро решает их проблемы с акне. С помощью чайного дерева мы решаем не только наружные проблемы, но и внутренние грибковые инфекции, например. Даже такая неприятная вещь, как молочница у женщин, решается с помощью чайного дерева, если мы просто капаем 2-3 капли масла на нижнее белье и делаем это несколько раз в день, то очень быстро проблема решается. И, наконец, шестое одиночное эфирное масло в наборе – это масло орегано. Это самое
мощное, самое горячее, жгучее масло, поэтому к нему максимум осторожности. Мы никогда не применяем орегано в чистом виде, потому что можем просто получить ожог. Если применяем орегано в качестве профилактики и защиты себя от различных заболеваний с помощью поднятия иммунитета, мы наносим орегано в разведении с базовым маслом на позвоночник, на стопы. Если это взрослый, 1 к 10, ребенок 1 к 20. И только таким образом мы применяем орегано. Если взрослый человек применяет орегано внутрь, также для поднятия иммунитета, для борьбы с грибковыми заболеваниями, различными инфекциями, вплоть до борьбы с паразитами, мы применяем орегано только в капсуле и только в разведении с растительным маслом. И теперь мы переходим к смесям. 6 одиночных масел и 4 смеси эфирных масел присутствуют в вашем наборе. И первая эфирная смесь – это смесь Deep Blue, переводится как «глубокий синий». Это смесь для опорно-двигательного аппарата. Если вы пойдете в каталог и посмотрите, из каких масел состоит эта смесь, то вы поймете, на чем основано ее действие. Масла, входящие в эту смесь, снимают, во-первых, спазмы, мышечные глубокие спазмы, которые пережимают кровеносные сосуды и нарушают кровоток, подачу питательных веществ нашим клеткам. В итоге клетки кричат от боли, от голода. Этот крик выражается в боли, и вы воспринимаете ее как суставную боль. На самом деле это боль мышечная, и как только мы начинаем применять смесь Deep Blue, мы восстанавливаем кровоток, мы снимаем отеки, снимаем воспалительные процессы и получаем моментальный успокаивающий эффект и исчезновение боли. Следующая эфирная смесь в наборе – это дыхательная смесь Breeze. Очень много проблем решаются с помощью этой смеси, которые касаются как острых, так и хронических ситуаций, связанных с органами дыхания. Насморк, как хронический, так и острый, синусит, ринит, гайморит, бронхит, пневмония, бронхиальная астма, простуда, грипп – все, что связано с нарушением дыхания, решается при помощи этой смеси. Мы можем применять ее как ингаляционно, так и наружно, натирая грудную клетку и облегчая себе тем самым кашель и дыхание. Применяется как взрослым, так и детям, но, естественно, в разных дозировках. Еще одна смесь, удивительная, просто волшебная смесь в наборе – это смесь с прекрасным названием Digest Zen. Это пищеварительная смесь, и мы решаем с помощью нее любые проблемы желудочно-кишечного тракта. Гастрит, колит, язвенная болезнь, панкреатит, холецистит, понос, запоры и даже такие бытовые рядовые ситуации, как переел, съел что-то не то, выпил слишком много, да, получил неприятное состояние по типу интоксикации, схватил ротавирус и так далее, моментально пищеварительная смесь Digest Zen облегчает вам и такие тяжелые ситуации, связанные с заболеваниями и острыми какими-то инфекционными делами, и обычные явления, такие как метеоризм, вздутие и все в таком духе. Ну и, наконец, моя самая любимая смесь в этом наборе – это смесь On Guard. Переводится «на защите», и это действительно смесь, которая вас защищает. Это противовирусная смесь, состоящая из легендарных эфирных масел, которые участвовали в борьбе против чумы в давние времена. Это, помните, те костюмы с клювами, которые носили как защиту от чумы. В этих клювах лежали травы, набор трав, именно тех трав, которые легли в основу создания рецепта этой эфирной смеси. Травы, которые защищают нас от вируса. Эфирные масла, корица, гвоздики и других мощных, которые вошли в эту смесь, очень быстро схватывают вирус. Если вы не запустили ситуацию до крайности, а схватили вирус прямо на первых признаках, как только вы почувствовали, что появились первые признаки вирусной инфекции,
вы себя защищаете от тяжелых последствий, и это гарантирует вам, что вы за пару дней встанете на ноги, а не попадете на скорой помощи в госпиталь, не проваляетесь там 3-4 недели, не получите удар по печени от лекарственной терапии, массу побочных эффектов, а потом будете еще разгребать тяжелые последствия этой вирусной инфекции. OnGuard, если он принят вовремя, прекрасно защитит вас от таких тяжелых последствий и вас, и ваших детей, и всю вашу семью, если уметь грамотно его применить. Так, вы получили в руки красный набор, который будет защищать вас в любой жизненной ситуации, который очень хорошо всегда брать с собой, куда бы вы ни поехали. Те, кто регистрируется в doTERRA по моей регистрационной ссылке и попадают в мою структуру, обеспечивают себя, во-первых, подробнейшей литературой, инструкциями, рецептами и схемами по применению всех эфирных масел. Во-вторых, попадают в мой аромачат, где можно задавать любые вопросы и получать ответы всегда. В-третьих, вы получаете доступ к базовому курсу по эфирным маслам, где можете изучать всю самую необходимую базовую информацию и пользоваться той литературой, которая приложена к этому курсу в виде файлов. И, конечно же, вы имеете в моем лице вашего пожизненного консультанта по здоровью. Воспользуйтесь этим, если вам потребуется помощь в решении какой-то сложной ситуации. Ведь эфирные масла – это не просто прием одиночного масла. Это еще и комплексный подход к здоровью, это и сложные протоколы, это особая массажная техника, комплексное применение эфирных масел и БАДов. То есть в зависимости от того, какова ваша ситуация, к вам подход всегда может быть и должен быть индивидуальным со стороны эфирных масел и БАД. И также параллельно с коррекцией питания и с базовыми мероприятиями по очищению организма, все это в комплексе вы получаете у меня, если вы вошли именно в мою структуру по моей регистрационной ссылке. Если у вас уже в руках этот набор, вы начинаете смело его применять, используя всю ту информацию, которая вам доступна и которую вы можете получить по вашему запросу. Если вы еще пока не в doTERRA и хотите тоже иметь такой набор, просто опуститесь вниз под это видео, перейдите по ссылке и получите необходимую вам информацию для открытия аккаунта. И самое главное, что я вам хочу сказать в заключение этого видео, вам только кажется, что диагнозы, которые ставят вам врачи, это приговор, который подлежит исполнению, и он необратим. Нет, на самом деле это не так. Любая ситуация подконтрольна именно вам. Если вы подойдете к ней со знанием дела, и если вы будете верить в себя, в ресурсы своего организма и грамотно использовать ту информацию, которую я вам даю. Поверьте, я прошла свою историю оздоровления, и тысячи людей уже последовали моему примеру и возвращают себе здоровье своими собственными руками. Абсолютно все в ваших силах и в ваших возможностях, тем более теперь, когда у вас есть такие замечательные помощники, как эфирные масла doTERRA. Будьте здоровы, друзья, с эфирными маслами doTERRA.